Опа, ребенок Рокси. Ха-ха-ха, прикольно. О! Вот это я дернулся. Волосы до пола. Ха-ха-ха, прикольные дети. Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Кирилл Гейми, Зорной Кофе. Думыч, пацаны, поздоровайтесь. Всем здравствуйте. Всем привет. Всем здорово. Сегодня у нас очень классная рубрика «Аниматроники пугают охранника». И вышли классный мод «Аниматроники дети». Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем веселиться. Так, потихонечку сейчас мы на тележке доедем до нашего места назначения. Кстати, эти аниматроники бьют с одного раза, они очень жесткие. Ну, притом они в памперсе и выглядят очень смешно. Так что, ребята, ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Поддержите нас лайкосиком и классным комментарием. А мы вам сделаем хорошее настроение. Садись, садись еще, я туда еще к ним съезжу сейчас. Пока они нас не убивают, мне кажется, когда мы в тележке, они нас убить не смогут. Они просто ходят. Это добрые, кстати, наверное, аниматроники. Но сейчас мы это будем и узнавать вместе с вами. Так, 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 отлично, поворачиваем. А с шифтом быстрее? Так, нажимаю шифт, а нет, все равно медленно едет. Так, это мы делаем обход. Новый вид обход пиццерии. Объезд на тележке от супермаркета. Настроение, ребята, отличнейшее, просто крутое. Немножко темновато здесь, ну все, мы едем на свое рабочее место. Так, тихо, тихо, тихо. Тихо, не колбасься. Так, поворачиваем. Отлично, ребята, едем. Я насколько знаю, что эта тележка еще и вентиляция заезжает. Это на сегодня будет она в ролике очень часто участвовать, потому что будем каждый час делать объезд. Тележечный объезд. Отлично. Кстати, аниматроников не вижу, а вон уже стоит, ждет нас. Сейчас попробуем в него врезаться. А че он стоит, танцует, что ли? Я застрял. Давай мы тебе поможем. Нет. Эй, давай, толкай. Есть! Ребята, мы его сбили! Представляете, как круто? Их можно сбивать! Все, я выхожу из тележки. Начинаем, ребята, выживание. Потом позже на этой тележке еще раз проедемся. Тоже застрял? Давайте я помогу выйти. Оп-па-па. Так, кстати, я только что здесь видел аниматроники. Все, они убежали. Я вообще не знаю, как аниматроники, дети будут нас убивать. Они агрессивные или добрые? Тихо, тихо. Очень смешно они ходят. Члепиздрики на таких я называю. Тихо, тихо, тихо. О, кстати, а что у него сзади здесь? Это микросхема? Офигеть, смотрите, прям схема сделана. А здесь не видно. Опа, ребенок Рокси. Ха-ха-ха, прикольно. О! Вот это я дернулся. Волосы до пола. Ха-ха-ха, прикольные дети. Так, если что, мы будем прятаться здесь. Бей, бей его. Бей своего по жопе. О! Смотри, чтобы он тебя не ударил. Он вообще сможет его убить или нет? Мне вот это интересно. А не, вроде бьет, да. Еще, наверное, пара ударов. И наш склеился. Убил. Убил, так, я вентиляцию. Мне кажется, в вентиляцию, наверное, не смогут зайти. Смогут, ходят по вентиляции. Осторожно, осторожно. Ребята, если вам нравится рубрика, где аниматроники дети... Напишите в комментариях плюсик, или мы хотим, и снимем еще с ними классные рубрики. О, это добрый, да? Такая добрая улыбка. Нет, что-то они злые. Так, давайте сразу приготовим нашу коптерку, где мы будем сидеть. Так, ушли, отлично, отлично, ушли. Так. Тихо, тихо, тихо. Они такие прикольные, голова большая, а туловище маленькое. Тихо, не надо меня бить. Они медленные, кстати. Пошел, пошел, пошел. Опа, я зайду в вентиляцию, хотел сказать, в коптерку нашу. Ой, заходи, заходи. Ай, ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Они добрые как будто, но они хотят меня убить. Ай, я застрял, жопа жирная, блин. Ай, блин, это жесть. Они такие смешные, их всерьез не воспринимаю. Но убивать с одного раза. Чё ты бьешь своего? Давай я его тоже побью. О! Да ладно. Три уже пришло.
Они, короче, ну это ж дети, видите, между собой дерутся. Так, лупаш, лупаш его. Где моя соска? Все, он замочил, ударов надо 10 надо. Так, я захожу в нашу коптерку. Все, отлично. Отлично. Они двери, кстати, не умеют открывать, это очень большой плюс. Ого, он прыгает. Ничего себе, он запрыгнул. Все, все, я стою. Ой. Так. Что это было? Удар головой через дверь? А это не читерский? Это что за фигня? Я ногой. Слышь, ты! Отвали от меня, я тебя боюсь. Я и боюсь этих детей. Ой, все, ушел. Я ногой пробил. Нифига себе. Дети какие-то агрессивные. Они злее даже, чем большие аниматроники. Опа, идет, 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 я вижу. Ну это добрый, да, должен быть. Но что-то он нифига не добрый. Ай, сейчас ударит. Нет, дверь, кстати, не открывает. Они не умеют двери открывать, это очень круто. Ха-ха, видите, ничего сделать не может. Я первый раз вижу, конечно, аниматроников детей. Но что-то они мне вообще не нравятся. Да как он убил меня на расстоянии? Какой-то псих, так отвали от меня. Так, пошел, пошел за охранником нашим. Так, я сажусь в тележку. Еще один объезд сейчас сделаем. Опа. Стоит, смотрит. А это уже луна. Добрый, да? Добрый? Ай. Это что, ногой в живот мне дал, что ли? Ай, блин, они классные. Блин, у них платы сзади прям сделаны. Большие такие платы. Туловище ребенка, а голова аниматроника. Не друг друга бьют. Дерутся, пацаны. Битва титанов. Битва детей. Так, где наш транспорт? Все, делаем объезд. Ой, ой-ой-ой. Ой, меня колбасит. Есть, я его сбил, двоих. Да ладно. Вот это класс. Мне нравится их сбивать. Кто бы знал, что тележка такая опасная. Тихо, 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 проезжаем. Тихонечко, не на... Ох ты! Тихо, тихо, тележка новая же. Украли из супермаркета. А что за звук горения? Тележка взорвала! Да что за дерьмо, а? Адекватные, что ли? Я беру еще новую тележку. Нам выдали много тележек. О, прикольно, сел. Класс. Так. Едем, едем. Поближе камеру сделаем. Тут огонь прям. Он в огне стоит. Интересно, у него жизнь тратится или нет? А как нам проехать туда? На пролом. Давай, о! Их сбивать можно. Ну что, ребята, будем мы сейчас этих детей давить тележкой. А что, они хотели нас убивать? Нет, так не получится. Так, здесь разворачиваемся. Тихо, тихо, тихо. Отлично. Ой, он сзади, надо валить. Побег от аниматро... Ах ты! Класс, я его сбил. Отлично, ребята, отлично. Немножко темновато здесь, но ничего. Главное, что я вижу, что я делаю. На! Класс, я их сбиваю. Вот это жесть! Кто бы знал, что больших аниматроников такой номер не прокатит, а с детьми прокатывает. Отлично. Всех позбивали. Ну чё, вот это сегодня у нас классная серия, где будем аниматроников давить на тележке. На, ой, ой, ой-ой-ой. Ай, рака, у жопой. Да что, да блин. А, да что со мной? Тихо, тележка, тележка. Стабилизируйся. Все отлично. Ай, да это он нас бьет. Да. Я в небытие улетел. А я лечу в небытие. Так, возвращаемся назад. Ого, я низко улетел как. Это что тут под пиццерией? Ад находится? Это точно что? Адская пиццерия. Так, все отлично. Интересно, долго будет гореть? А жизнь не тратится, когда тут горит? А нет. Так, тихо, отвали, они хотят нас ударить. Тихо, 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 надо бежать. Беги, 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 беги. Быстрее, 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 быстрее. Так, отлично, бежим. О, они не смогут сюда запрыгнуть. А нет, они высоко прыгают, я вспомнил.
Где мое молоко? Я попробую запрятаться от них. Хочу пить. Хочешь пить? Мы тебе подсрачников сейчас надуем. Ремнем по жопе. Тихо, он тут, вали, 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 вали. А мы намного быстрее их бегаем, они не смогут нас догнать. Че ты мне сделаешь, щенок маленький? А вот сюда я запрыгну. Так, идет, идет, идет. Беги, беги, беги. Отлично, отлично, беги. За балунбой, за... А, я застрял в балунбое. Они не могут нас догнать. Смотрите, они маленькие, у них ножки. Топ-топ-топ-топ, такие маленькие, ничего не могут сделать. Ай! Блин, зажал. Ну, у него, конечно, улыбка такая стрёмная. Нереально стрёмная улыбка. Так, будем их дальше давить. Ну чё, давай, иди сюда, иди, иди. Сейчас, ребята, мы его... Стоит, ждет. Ай! Опять! Опять та же фигня повторяется! Да блин, ну не бей, нашутили! Есть! Есть, колеса тележки мощные! А что нас колбасит? Что с нами? Землетрясение на... А, нет. Все, мы выровнялись. Горит, горит телега. Давай новую возьмем тележку. Оп, стоит. Стоит, стоит. Я вентиляцию уйду, если что. Блин, вентиляция очень медленно ходится. Все, я валю. Надо сваливать, ребята. Я ушел. Я ушел, я убежал, а них там двое. И чё? Не попал. Не попал. Есть! Базукой вынес. Ай, он здесь. Он здесь. На тебе гранатку, попей. Да, я так детей не знал, что буду бояться. Но они реально жестко бочат. С одного раза убивает. Эй, ты что тут делаешь? А ну отойди, отойди оттуда, выйди. Идите, выходи. Да блин, обстоятельства. Ай, блин, защитил своего. Убили меня. Он там еще ходит в нашей телеге. Ой, в нашей коптерке. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Отлично, отрикошетила от стола. Ай, да блин, для щем? Да как ребенок может убивать одним ударом? Что за фигня это такая? Не понимаю. А, застрял, да? Хорошо, хорошо. Мы на массе. Есть, убил одного. Сейчас мы этого убьем. Да ты задрал, откуда ты понаплаждались вы там, а? Я не могу открыть двери. Открой двери, а? Да ты... Смотри, что делает, а? Он там завис. Ого, кровище влетает. Хорошо попадаю. А еще один. Их уже трое. Ой, ой-ой-ой. Так, 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 надо обмануть. Ну что? Опа, опа-па, обманул. Есть, убежал. Отлично! Отлично! Вижу. Попал? Не попал. Блин, они еще уклоняются. Опа-па, не попал. Есть, четко попадание. Ай. Да блин, там дверь заблокировал этот аниматроник. Что за подпись? А я не могу попасть по нему. Есть! Вынес стрелой. Сейчас, сейчас, сейчас ждем. Он сейчас отсюда выйдет. Второй тут вроде где-то был. Он сейчас отсюда с вентиляции, скорее всего, выйдет. Нет. Он тут спрятался. Прячется, да? В офисе. Я иду, я иду. Я попадаю. Нет, не попадаю. Ай! Ты, блин, ну что ж ты будешь делать? Дети агрессивные очень. Тихо, так пить. Еще убивает с одного раза, а? Ну как так-то? Нам надо этого аниматроника как-то убрать, который дверь заблокировал. Ай! Тихо, 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 успокойся! Где мой РПГ?
Ай! Еще бы чуть-чуть бы и попал. Представляете, как я успел уклониться? Надо АР-2 шары, вот что их убьет. Уходи, уходи, уходи. Да блин, своего убил, не хотел. Ну. Убил, аниматроника одного убил. Этого должен тоже убить. У них жизни реально мало, я смогу и убить его. Давай, 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 давай. Ты должен умереть. Убегает, видите, боятся уже меня. Мочи, мочи, мочи их. Ай, заразы. Надо, ребята, оружие брать какое-то помощнее. Так, 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 оружие. Ну да отвали ты. Да отвалите вы, да вы заразы. Я разозлился, ребята, я очень сильно разозлился, я иду. Ну и что, вы где щенки? На, двоих сразу вынес. Вот это было жестко. Ну все, давай повыживаем без оружия. Если сейчас они нас не смогут убить в течение 2 минут, то мы победили. Все, погнали. Без оружия, выживаем. Давайте проверим. Ребята, напишите в комментариях, смогут они нас убить или нет. Время пошло. Ай-ля-ляй-ля-ляй. Даже хотя бы одного убить, уже будете победителем. Отлично. Пока мы все убегаем. Тяжело очень убить. Очень тяжело аниматроникам этим убить. Так, 1/2 минуты прошло. Ха-ха-ха, ничего сделать не могут. Ну, они бьют на расстоянии. Это надо тоже учитывать. Ой, наверное, зря сюда побежал. Лучше бы я там выживал. Дверь заблокировали нам. Так, смотри, смотри, они идут. Сейчас надо обмануть его. Сейчас резко с другой стороны обхожу. Так, так, смотрите, смотрите, ходят по кругу. Резко сюда. Опа, обманул. Одного обманул по красоте. Отлично, я вырвался оттуда. Давай, выживай, ты должен выжить. Их там двое, выживай, ну. Так, ребята, 1 минута прошла, еще 1 минута. Не могут ничего сделать, да? Опа. Надо зажать его в угол. Опа. Давай. Опа, опа! А, я чё зазвался? Чуть не умер там. Давай окружай его, окружай. Не сможет, не сможет. Опа, опа! Отлично! Короче, дети аниматроники, они классно, но ими очень тяжело убивать. И на расстоянии они не бьют. Притом это не пилпаки, ребята, это NX-боты. А 2 минуты... Не прошло 2 минуты, не прошло. Да ты убил на расстоянии. Ай, ну ладно, ладно, выиграли. Да ну блин, да это нечестно было, да? Если вам понравилась эта серия и подняла вам настроение, и вам понравились аниматроники дети, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Эй, бомба! Бомба! О, они живые. Да ладно.